И стоп незаконной стройки в Одессе. Одесские чиновники решили показать свою принципиальную позицию, обратившись лично к президенту Украины. Мэрия попросит Владимира Зеленского помочь городу получить право моратория на застройку. Запрет якобы позволит местной власти останавливать незаконное строительство. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что само понятие моратория на строительство в городах в законодательстве отсутствует. Поэтому мэрия никак не может прибегать к указанной мере. А все требования различных активистов остановить те или иные работы беспочвенны. Меня спросили, вы за мораторий? Я бы сказал, конечно, за. Следующий вопрос. А почему вы не вводите мораторий? Ответ очень простой. Потому что мы хотим принимать такие решения, которые будут эффективными. И самое главное, выполнимыми в законодательном поле. А принимать декларативные заявления и объявлять мораторий, который никак не соответствует законодательству Украины, это просто посмешить тех людей, которые как строили, так и будут строить. И никакой мораторий Одесского городского совета их не остановит.